деревне Силади в западном Непале время урожая. Но Санита Тапамагар не собирается идти в поле. Санита недавно закончила курсы ткачих. И поэтому она будет весь день трудиться над тканями для продажи среди семей трудовых мигрантов и в туристических магазинах столицы округа. Мир многих деревенских женщин в Непале ограничивается семьей. В результате они остаются экономически зависимыми от мужчин. Саните повезло, когда появилась возможность научиться чему-то новому и присоединиться к группе ткачих, муж ее поддержал. Сегодня она член DACA Production, группы взаимопомощи, которую поддерживает Международный фонд сельскохозяйственного развития в сотрудничестве с правительством Непала. Непал – одна из многочисленных стран, прилагающих немало усилий для расширения возможностей таких женщин, как Санита, чтобы к 2015 году вырвать их из тисков нищеты согласно целям тысячелетия в области развития.